значение имени Меруерт. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла, легкомысленное отношение к финансовым вопросам – такой человек живет исключительно ради денег, и вместе с тем он иногда расточительный и безответственный. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Дорогой друг! Поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.